Российский самолет «Бройлер 747» терпит крушение над водами Атлантического океана в течение 325 серий. Экипаж лайнера отважно борется за спасение жизни пассажиров. Действующие лица. Неунывающий и мужественный командор. Изобретательный и находчивый второй пилот Бринкинс. Симпатичная и невозмутимая стюардесса. Хладнокровный и обаятельный радист Морзе, а также несравненная мисс Мурпл в роли мисс Бурпл. В сериале «Крутое пике». Школу. Я не сломал себе ногу. Ну или хотя бы руку. Да что там руку? Хотя бы палец. Ничего, Дринкинс. Теперь вы все это с лихвой наверстаете. Можно войти, сэр? О! Come on, валяйте, Морзе! Сэр, у нас проблемы в пассажирском салоне. Мисс Бурпл грозится подать в суд, если мы немедленно не прекратим падать. Скажите ей, что в суде мы сможем присутствовать только в качестве вещественных доказательств. Можно войти, сэр? О! Валяйте, стюардесса! Сэр! С земли сообщают, что наконец-то нашли нас на экране локатора. Ну и что? Они говорят, что все хорошо, и мы упадем прямо в воду. Ну и что же тут хорошего? Ну как же что, Дринкинс? Не нужно будет вызывать пожарную команду! Дринкинс! А почему наш самолет летит так странно? Потому что он не летит, а падает. Падает? Да? Да. А почему он падает? По сценарию. По сценарию? Хорошо. А сколько еще осталось? 194 серии, сэр. Хорошо. Ну, тогда я еще успею вылечиться от склероза. Что вы делаете, сэр? Лечусь от насморка. Но вы же собирались лечиться от склероза? От какого склероза? От своего склероза! Да-да-да-да-да! Спасибо, Дринкинс! Хорошо, спасибо! Не за что. Лучше, лучше.